кто виноват в росте цен? Ну, кто может виноват? Как вы думаете? Ну, есть мнение, что коммерческие, жадные коммерческие структуры там и все прочее. Или это больше комплексная такая причина, как вы считаете? Вы знаете, скорее вот я с вами согласна. Комплексная причина. Потому что это человеческий фактор. Жадность еще никто никогда не отменял. Это в природе человек, понимаете? Но тут, конечно, еще и государство тоже виновато. Потому что те меры, которые они принимают, вот такие скачкообразные, то понос, то, извините, золотуха. И получается полный раздрай. Понимаете, каждый думает лично о своем благе. Скажите, а государственное вмешательство может быть эффективным в процесс регулирования цен? Как только государство вмешивается, получается полная хрень. Хотя, с одной стороны, когда вот в 90-х началось вот это вот демократическое строительство, к власти пришли разные люди, и экономически грамотных полно было. Но где они сейчас? Понимаете, их или выдавили, потому что люди с совестью там, наверху, они не приживаются. Это как бы нонсенс. Кто пришел во власть, тот совершил сделку с дьяволом. Вот, я так считаю. Поэтому вот так вот, вот на моем муравьином уровне, вот то, что там вот происходит, вот в этой вот сфере на Олимпе, что они там делают, и чем больше они как бы попой трахтят, тем хуже для населения. Так что население отдельно, государство отдельно, конкретно в нашей стране. Ёлки-палки, куда мы прёмся? Вот в пропасть однозначно. Преодолеть это можно только одним путем, как в 17-м все разрушить и опять заново строить. Но не хотелось бы уже на старости лет жить в это прекрасное время. Понимаете, вот это вот обидно. Мозги утекают вот из-за этой тяжелой такой атмосферы двойных, тройных, четверных стандартов. Выживание происходит за счет снижения уровня совести. То есть совесть, она как бы убирается очень далеко-далеко на полку, потому что она не дает возможности выжить. Как вы думаете, тот, кто на Олимпе навсегда? Да нет, конечно. Во-первых, просто по человеческим меркам невозможно. Даже несмотря на, допустим, прорыв в медицине. Хотя они все возможное и невозможное сделали, чтобы нашу медицину засунуть как можно дальше. Я не знаю, только, может быть, энтузиасты могут придумать какое-то средство, макрополос, чтобы они долго правили. Но боюсь, что, как говорится, деграданс настигнет их гораздо раньше, чем придумают бессмертие. Вот мне так кажется. Вопрос в том числе в кадрах. Нужны какие-то свежие люди в правительстве. Ну, у нас Мишустин совершенно недавно. Ну, вот Мишустин – это, во всяком случае, лучше, чем то, что было. Ну, у нас расхожее мнение, что царь хороший, бояре плохие. Нет, ну, это мнение в веках всегда такое было. Да нет, здесь и царь, и бояре, все играют. Но все же в большей степени. В большей степени царь, все-таки. У нас президентская республика. Ну, когда морковка 150 рублей стоит, 130-120. Я не видела. То есть вас не беспокоит экономика страны? А при чем здесь морковка и экономика страны? Интересно. Ну как, рост цен? Бывает. Когда растут цены, бывает, когда нет. Ну а в целом, как вы считаете, правительство справляется со своими функциями, задачами? В принципе, да. То есть в целом вы чувствуете, что наше государство, оно на правильном пути? Конечно. Вы поддерживаете политику президента? Однозначно, да.